встречайте Анжелина и Брэд Питт. По красной дорожке идут двойники звезд мирового кинематографа. В них можно легко узнать воспитанников танцевально-спортивного клуба «Звездопад». Традиционный итоговый бал в этом году провели в стиле церемонии вручения премии «Оскар». Здесь все по-настоящему. Красная дорожка, кино и фотокамеры и награды. Оригинальная статуэтка «Оскара» достигает в длину 33,5 сантиметров и весит более 3,5 килограммов. Эти фигурки гораздо меньше, но для воспитанников танцевально-спортивного клуба «Звездопад» они имеют такое же значение, что и премии Американской киноакадемии в мире кинематографа. Чтобы получить заветную статуэтку, спортсменам нужно было представить на паркете экранизацию известного фильма. В выборе их никто не ограничивал, танцевать можно было все – от мелодрам до комедий и боевиков. В спецслужбах только девушки. Образы агентов Джея и Кея из «Людей в черном» на паркете воплотили Кристина Пахомова и Анастасия Коршунова. Свой номер они готовили в форс-мажорных обстоятельствах. Партнеры обеих девушек заболели, поэтому им пришлось за 3 дня с нуля поставить общий танец. Мы хотели сыграть что-то серьезное. Нас. Да. И нам помог Захар Королёв. Времени с ними было очень мало. Идея была, да, моя. Часть постановки тоже. У Николаевна Лосева, наш тоже тренер, она тоже задействована была, так скажем, в постановке этого номера. Захар Королёв не только помогал другим, но и вместе с Дарьей Безродновой подготовил собственный танец. Спортсмены вдохновлялись фильмом «Мистер и миссис Смит». Нам нужен был фильм, где главные герои – мужчина и женщина. И как нельзя лучше этот фильм подходит. Да. И Захар у нас любит танго, европейскую программу, поэтому мы решили попробовать. На церемонии подведения спортивных итогов года Захар Королёв переживал за выступление еще одной пары. Он ставил танец Яны Лыжиной и Кирилла Дмитриева. Ребята выбрали музыку из фильма «Элвин и бурундуки». Яна и Кирилл стоят в паре уже несколько лет. В 2016 году они приняли участие во многих соревнованиях и турнирах. Мы ездили в Москву, мы ездили в Саранск, вот, зарабатывали там баллы. Чтобы, ну, перейти в другой класс. Да. И у нас уже 1 очко есть. А сколько всего нужно? Всего нужно 16, но чтобы перейти, надо 18. После того, как все участники представили свои номера, состоялась церемония вручения наград. Во время новогодних каникул спортсмены отдохнут от тренировок, а потом снова вернутся на паркет. Ксения Тризна, Денис Дубицкий, телерадиокомпания «Заречный».